И Иван Ургант, как известно, практически не говорит о своей семье в интервью. О жизни жены телеведущего Натальи Кикнадзе и его детей поклонники узнают в основном из Инстаграм, где сегодня шоумен опубликовал редкую фотографию трехлетней дочери Валерии. Девочка родилась в 2015 году. Читая вслух ребенку «Один день из жизни Ивана Денисовича, вы отвлекаете его от кофе и сигарет», пошутил Ургант в подписи к фото. А в комментариях к публикации получил сотни комментариев о том, что девочка становится все больше и больше похожа на своего знаменитого отца. Копия Ивана не надо объяснять, чья это дочь, губки Ванины. Серьезная папина дочурка, обсуждали фолловеры. У трехлетней Валерии, к слову, есть две сестры Нина и Эрика, рожденные в первом браке Натальи Кикнадзе, которую Иван принял как родную. Прошлым летом старшая дочь телеведущего улетела в Нью-Йорк, чтобы начать учебу в одном из американских вузов. Кроме того, все это время Эрика вела свой блог, где рассказывала подписчикам о жизни за океаном. На время новогодних каникул девушка прилетала в Россию, чтобы провести время с семьей. Что же касается отношений Ивана с женой Натальей, будущие супруги познакомились, будучи школьниками. Поговаривают, уже тогда Ургант был влюблен в Кикнадзе и во время выпускного даже звал ее замуж, но получил резкий отказ. Через 10 лет после окончания школы Иван и Наталья встретились вновь. На тот момент у каждого за плечами был развод, Ургант разошелся с супругой Кариной и пережил неудачный роман с телеведущей Татьяной Геворкян, а Кикнадзе рассталась с грузинским бизнесменом, от которого родила двоих детей. Долгое время пара скрывала свои отношения и даже о регистрации их брака пресса узнала только через несколько месяцев.